Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал «Деревенский дневник очень многодетной мамы» и канал «Мать-героиня». Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей, а именно сегодняшний стрим Лёльки Поберухи. А стрим называется «Муж уехал к бывшей, а я скучаю». Ну что, действительно, Лёлька вышла и решила рассказать нам о том, как же она скучает. Как же она не только соскучилась по мужу, но и переживает, а вернется ли Григорий обратно. Эх, Лёлька, Лёлька, довела мужика, не успела начать, так скажем, семейную жизнь, как начали, как тут же практически закончили. Ладно, друзья мои, как говорится, шутки шутками. На самом деле, как известно, в каждой шутке есть только доля шутки. В общем, Лёлька решила рассказать о том, как же она сильно переживает. Говорит, вот, я сижу, я, говорит, и места себе не нахожу. Ну, не могу, говорит, я к этому привыкнуть. Я, говорит, все прекрасно понимаю, что там у Григория дети, что там у него ответственность, у них там совместные дети, и, мол, так и так, но все равно переживаю по поводу того, что Гриша уехал, а там его бывшая жена, а там туда-сюда, а там и то, и сё, и друзья мои. Ну, опять же, да, вот как-то странно. Лёлька, видимо, забыла то, о чем она говорила не так давно. Ну, во-первых, она говорила, да что там у Гриши? У него же там жена уже давным-давно живет с другим мужчиной. Да какие могут быть, там непонятные чувства, да, какая там ревность. Да ни я, ни Гриша, никто никого не ревнует. Я думаю, все прекрасно помнят тот самый момент, когда у Лёльки дома отдыхал Шурик. Кто такой Шурик, знаем мы все прекрасно. Это как раз-таки Лёлькин бывший любовник-сожитель, от которого она родила дочку Вареньку. И нет бы, друзья мои, просто так Шурик приезжал, так скажем, повидаться со своей дочкой Варенькой. Так нет, Лёлька его прям приглашала к себе домой. И он приезжал как раз-таки к Лёльке и Гришке домой, в Лёлькин дом, в котором она уже жила со своим новоиспеченным мужем Гришаней. И вот мне интересно, Лёля, а как ты считаешь, а как Гришка себя ощущал в этот момент? И ведь ты не просто общалась с Шуриком где-то на нейтральной территории, где-то на улице, да, относительно вашего совместного ребенка Вари. Нет, тебе этого показалось мало. Ты Шурика всяко-разно тащила за штаны прямо к себе в дом. И не только просто в гости на чай пригласила. Нет, Лёльке опять же показалось этого мало. Лёлька его там и поселила, подселила буквально, наверное, рядом со своей спаленкой и паленкой рядом с собой и с Гришаней. И, видимо, считала это вполне себе очень даже нормальной ситуацией. И мало того, что она его поселила рядом, так Лёлька еще и на камеру постоянно Шурику комплименты раздавала, кокетничала с Шуриком, улыбалась, смеялась, и все это было. И все это делалось как раз-таки, да, рядышком с Гришей, который все это дело благополучно видел, смотрел, наблюдал и так далее. И, кстати, под этим стримом был один из комментариев, где написали, а вы вот не хотите себя типа прочувствовать в Гришиной шкуре? А вы-то как считаете? А Грише нравилось тогда, что Шурик был рядом с вами и жил с вами в одном доме, когда вы уже были замужем за Гришей? На что Лёлька сказала, нормально. То есть, как интересно, да, кто рассказывала, что и Гриша меня не ревнует, и я Гришу не ревную, а тут, оказывается, друзья мои, прямо вся извелась в ревности. Вы знаете, что мне кажется? Вот лично мне, да,
Но Лёлька, она говорила о том, что у неё там, знаете, психологические проблемы, что она настолько в себе не уверена и так далее, что это всё, ноги растут родом из детства, вот тогда ещё, когда вот она выходила замуж за Бориса, когда у него были там всякие разные девушки лёгкого поведения там, и она тоже боялась, как бы он там кого-то там не поимел в бане и в сауне. Я вот думаю, что всё это сейчас, друзья мои, просто давным-давно уже травой поросло, все это вранье чистой воды. И мое мнение, что Лёлька специально эту темочку придумала для того, чтобы создать интерес у зрителей, чтобы зрители набежали на эту тему и стали более активно донатить. Потому что Лёлькин интерес заключается в деньгах, которые могут принести ей зрители в своих клювиках. И мы это с вами все прекрасно понимаем. Поэтому она и придумала вот эту тему по поводу того, что «Ой, я прям извелась, как же там Гриша, вот он поехал к своей бывшей, а вернется ли он?» Да зная поберуху, даже если бы он не вернулся, даже если представить, что Гриха где-то там хотел бы остаться, да Лёлька рванула бы за ним, зашковерятник бы его схватила и волоком приволокла, как свою добычу, к себе домой. Ну, вообще, ребят, согласитесь, смешно. Где он там может остаться? С какой бывшей? Уже 100 раз сама поберуха рассказывала о том, что у этой бывшей, у этой там жены, бывшей Гришиной, да, есть другой мужик, которого она там любит, с которым она живет, что Гришу она не любила и так далее. То есть, в любом случае, вот это Лёлькины все фразочки и словечки для того, чтобы ее сейчас пожалели на этом стриме. Бедная, несчастная, переживает, а вернется ли муж. А на самом деле, да, о какой любви может тогда идти речь, если ты сидишь и типа ты не уверена, а вернется ли к тебе твой муж, или он тебя может бросить глубоко беременную, да, с вашим, так скажем, совместным ребенком спустя несколько месяцев после вашего бракосочетания. Ну, полнейшая бредятина. Это в таком случае, зачем ты вообще замуж выходила, если ты настолько не доверяешь человеку? Хотя мы с вами от Лёли слышали, что она ему доверяет. Пришла, говорит, к вам, пришла поплакаться, пришла рассказать вам, что вот он уехал, а я сразу побежала к вам, чтобы вы меня успокоили. Ой, ну да, конечно. Прямо вот если бы она так переживала, ее бы зрители могли бы успокоить. Надеюсь, говорит, он приедет сюда. Можно, говорит, я сейчас вам сделаю признание, сказала поберуха и сказала, вы знаете, я себя ощущаю неадекватной. Лёль, ты на самом деле давным-давно неадекватная. Ну, а далее Лёлька начинает рассказывать. Я, говорит, вот там разговаривала с Шуриком. Он такие страсти-мордасти рассказывал про всех вот этих вот командировочных. Да какие там бывают страсти в этих командировках. Боже упаси. Да это вообще так тяжело, когда вот жены отпускают своих мужей в командировки. Мы, говорит, вот тоже не знаем, когда теперь Шурика ждать обратно. Наверное, приедет не скоро. Знаете, когда она сказала про Шурика, я вам могу сказать точно, ребят, что у меня вот здесь Лёлька все-таки, а здесь, мне кажется, Лёлька за Шурика переживает намного больше, нежели за Гришаню. Здесь действительно ощущается, что Лёлька ждет Шурика, его приезда. Вот не столько Варя ждет Шурика, да, потому что она пока еще ничегошеньки толком не понимает, сколько Лёля ждет Шурика, когда же он приедет. Наверное, говорит, не скоро. Лёля, наверное, не скоро, потому что Шурик понимает, что у тебя впереди грандиозная стройка. И я так думаю, что Шурик не такой дурак. Зачем ему все это дело проходить на своей собственной шкуре? Скажет, ничего-ничего. Когда у них там все уляжется, когда можно будет спокойненько приехать, пожрать от пуза, сходить на рыбалочку, вот тогда он готов ехать в Лёлькины родные пенаты. Ну, а так, чтобы работать, зачем ему это надо. Короче, друзья мои, в голосе Лёли, когда она рассказывала про то, что Шурик приедет еще не скоро, на самом деле чувствовалась тоска. Значительно больше этой тоски и переживаний было, нежели тогда, когда она говорила про Гриху. Да-да. Говорит, ну что, вот такие вот, собственно, новости, вот такая вот у нас сложная ситуация. А далее, сейчас, говорит, мы все делаем так, как надо. Лёля выставила донат на коровник, поставила, говорит, 10 тысяч, ну,
говорит, просто ставлю, говорит, такие небольшие как бы суммы, потому что, говорит, все равно вложений надо очень много, уже, говорит, много денег собрали, уже купили одно и другое и третье, а вот нужно будет еще очень много денег, потому что помещение коровника мы будем расширять, а количество коров тоже будут дойных расширять от 5 до 12 штук, ну так на минуточку, да, а еще, сказала Лёлька, будет уборщик навоза, такая специальная лента, которая 100 метров этой ленты стоит 700 тысяч рублей. Да, друзья мои, вы не ослышались. Она сказала, ну, не знаю, не знаю, будем ли мы делать вот эту, устанавливать вот такую вот ленту. Говорит, мы, конечно же, посмотрим. Ну, я так понимаю, в любом случае, если будут, то, конечно же, эти траты лягут на плечи Лёлькиных хомяков-обожателей. Да, друзья мои, а кому, как говорится, сейчас легко? Слушайте, я вообще в шоке. Я вообще в шоке от этих наполеоновских планов этой семейки и этой шайки-лейки в целом, потому что они устроились просто замечательно. Типа, ничего не знаем, у нас денег нет даже на гвозди, на какие-нибудь там элементарные инструменты, вообще ни на что денежек нет, а вы нам дайте-подайте, а нам еще нужен уборщик навоза, вот эта лента, да, 100 метров, которая стоит 700 тысяч рублей. А потом все равно понадобится еще какой-нибудь работник, еще какой-нибудь помощник, помощник там помощника и так далее. И, в общем, работать никто там не хочет. И, кстати, как бы Лёля не рассказывала нам сказки о том, как они с Гришей устают, как они буквально падают без сил, да, как Гриша вот уже скопытился на этом коровнике, на этой стройке, на этом ремонте, мы все с вами, друзья мои, наблюдая вчерашний Лёлькин ролик на канале «Деревенский дневник», где они поехали как раз-таки на природу с палатками, имели честь наблюдать, как Гриха себя ощущает вполне себе очень даже хорошо. Он бодрый, веселый, полон сил. Ну, то есть человек, который явно не из последних сил. Если бы он так уставал, он бы просто в прямом и переносном смысле этого слова доползал бы до кровати, и ему было бы точно не до каких палаток. Они бы ему были 100 лет не нужны, он бы сказал, ты чё, какие палатки? Я еще поеду, буду там расставлять эти палатки. Нафиг мне это надо? Я лучше пойду, приму душ и завалюсь поспать, потому что у меня все болит. Потому что я хочу отдыхать. Но нет, Лёлька живет хорошо. Лёлькины все любовники-полюбовники рядом с ней тоже никогда не упахиваются. И у них всегда имеется время на какое-то хобби, друзья мои, да? На какие-то свои увлечения. И денежки есть на это дело, и есть на это дело силы и время, что самое главное. И это как-то, знаете, не вяжется с той картинкой, которую пытается нам постоянно нарисовать, обрисовать Лёля. Мол, все, бьемся, как рыба об лёд, сил никаких нет, скоро Гриша сломается, я боюсь, мы все боимся, Гриша может сломаться. А Гриша полон сил и весел, и даже голову свою нисколько не повесил. Короче, да. Ну, а далее, друзья мои, Лёля говорит, в общем, деньги нужны и на то, и на сё, и коров будет больше, там уже в 2,5 раза, да, практически, и лента вот эта может понадобиться за 700 тысяч рублей. Я, говорит, в любом случае буду просить у вас денег, буду собирать деньги на коровник, будем, говорит, строить коровник всем миром. Ну да, как машину, собственно, Лёльке дарили ее хомяки-обожатели, так и коровник будут строить всем миром. Лёль, а мне интересно, а как эта женщина, а как это человек, который стучит себя потом гордо кулаком в грудь, рассказывая, а это я, а это мое, а это вот я такая молодец, а это вот я все сделала, а это моя заслуга. Ну как человек, который потом все лавры приписывает исключительно себе любимой, может обращаться к зрителям за деньгами и говорить спокойно, вот прям спокойно, да, а будем строить всем миром. А мне интересно,
а почему тебе должны строить всем миром? Я бы поняла, если бы это был какой-нибудь приют для животных, да, где бы действительно люди бы строили всем миром. Или это была бы какая-нибудь наша церковь, в которую бы люди бы строили, бы скидывали бы деньги, да, на материалы, там строили, помогали всем миром и так далее. Если бы это была какая-то помощь, оказанная людям, да, там помочь людям в какой-то сложной ситуации, помочь бездомным животным и так далее, все понятно. Но здесь-то с чего тебе должны строить всем миром, когда ты все это дело можешь сделать на свои собственные деньги? Ведь они у тебя есть. Все постепенно. Все, как делают все остальные люди. Не хватает денег, значит, бери кредит. Но нет, друзья мои, это решила и на елку залезть, и жопу свою, как всегда, не ободрать. Ну, а сказочки про то, что ой, так боюсь, уехал к бывшей жене, уехал. А ничего, что у этой жены уже там другой мужик, да, с которым она живет уже, как Люлька сказала, так долго живут. Нафиг он ей там нужен, если она сама от него ушла с таким количеством детей. Короче, друзья мои, маразм крепчал, деревья гнулись. Вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока и, конечно же, до скорых встреч!